Добрый день, уважаемые студенты и абитуриенты! Сегодня я хочу представить вам на ознакомление основные вопросы, которые касаются изучения дисциплины «Хозяйственное право». Утверждение общественного хозяйственного порядка в экономической системе Украины невозможно без надежного правового обеспечения, которое предусматривает создание стабильного и эффективного законодательства. Эффективность хозяйственной деятельности в значительной степени зависит от усвоения и воплощения в практику хозяйствования всеми субъектами предпринимательства правовых норм, которые определяют их правовой статус. Все это обуславливает необходимость и важность изучения будущими специалистами-правоведами правовых и организационных основ хозяйственной деятельности, формирование у них навыков применения норм хозяйственного права на практике. Целью курса «Хозяйственное право» является формирование у студентов теоретически и эмпирически обоснованных знаний законодательства Украины, правовых основ осуществления хозяйственной деятельности, правового регулирования деятельности субъектов хозяйствования, хозяйственных обязательств и договоров, ответственности, правового регулирования различных видов хозяйственной деятельности, а также об объективных закономерностях развития хозяйственных отношений. Основными заданиями курса «Хозяйственное право» является передача студентам комплекса знаний о понятии, системе и роли хозяйственного права в современных условиях, правового статуса субъектов хозяйствования, правовых основ государственного регулирования хозяйственных отношений, а также выяснение теоретических и практических вопросов правового регулирования отдельных отраслей хозяйственной деятельности. В результате освоения курса вы будете знать понятие, предмет, метод, источники хозяйственного права и его место в системе права Украины, сущность хозяйственной деятельности, правовой статус субъектов хозяйствования, общее положение государственного регулирования хозяйственной деятельности, сущность правовых категорий хозяйственного права, основы правового регулирования отдельных сфер и отраслей хозяйственной деятельности, содержание хозяйственно-договорных и обязательственных отношений, особенности применения хозяйственно-правовой ответственности. Желаю вам успеха в освоении правовых знаний.